Жить. Назовите, пожалуйста, три самые читаемые книги в мире. «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Идиот». Вообще, не знаю, но для меня «Война и мир», как я помню. Так, «Дед Мазай», «Колобок», наверное. Сказки, детективы, истории. Ну, мне кажется, «Ромео и Джульетта». Mm-hmm. Потом, не знаю. Мне кажется, «Мастер и Маргарита». Да, «Мастер и Маргарита», может быть, книги. Может, что-то «Три товарища», «Ремарк». Ну, Пушкина, наверное. Конституция, да и закон, рука РФ. «Война и мир». Угу. «Отцы и дети». Так. «Горе от ума». «Горе от ума». «Война и мир». «Гарри Поттер». Так. Так. «Мастер и Маргарита». Ну, нет, и в мире. Ну, вот «Война и мир», мне кажется, в мире точно одна из самых ключевых книг. Все равно. «Толстой», «Война и мир». Блин, «Гарри Поттер». Ну, если брать из молодежи, наверное, это, наверное, «Властелин колец», это, наверное, «Гарри Поттер». А если из классики, то это по школьной программе. Ну, «Война и мир». 50 оттенков серого. «Гарри Поттер». «Война и мир» Толстого. «Идиот» Достоевского. «Война и мир». «Война и мир», а ты как думаешь? Пушкина. В наше время сейчас многих интересует психология и пресловутая магия. То все-таки, наверное, Лев Толстой, «Война и мир». Ну, я знаю, что я где-то читал, что Библия самая читаемая. Библия однозначно первое место, скорее всего, держит. Библия, наверное, в первую очередь. Есть вариант? Библия. Библия. Ну, это, безусловно, Библия. Библия. Самое первое – это Библия. Библия. Это 100%. На самом деле, Библия занимает первое место – 3,9 миллиарда экземпляров. На втором месте – цитаты Мао Цзэдун, и на третьем – Гарри Поттер. И за то, что вы угадали, мы вам дарим самую читаемую книгу – Библия. Всего вам интересна логика. Благодарю. Вам спасибо. Читайте хорошие книги.